Поздравляю! Твоя задача — наладить работу почтовой службы в городе... Смиренсбург. Что? Да ладно, это я! Твой сын! Помнишь, я... Папа, помочь тебе отправить письма, приклеить марочки. Хватит 6000 писем, даю тебе год. А где весь народ? Что здесь творится? Добро пожаловать в Смиренсбург. Самое злосчастное место на свете. Местные могут сказать друг другу только одно. И, как видишь, почта им для этого не нужна. О, нет писем? Как же мне отсюда выбраться? Ты же почтальон, верно? Доставь посылку. Туда? Вы, видно, шутите. Да и забор жалко. Жуть. Ну ладно. И что будем делать? Ой, вы чего? За что? Ой! Двоюродный брат сказал, напиши мистеру Клаусу и получишь игрушку. Эй, мистер Клаус, у вас талант. Если вы пожертвуете свои старые игрушки, я их бесплатно доставлю. Подумайте, сколько радости вы... Сегодня. Я иду с тобой. Этот город держится на ненависти и злость. Покажем, что один добрый поступок вдохновляет на новые. Ни слова. Сидите молча. Будьте добрым и волшебным. Только перемен, правда? Я предлагаю объединить усилия против общего врага. Разломать все игрушки! Клаус? Я такое видел прошлой ночью, вы ни за что не поверите. Ну все, 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 перерыв. Это вы так смеетесь? Хочу еще. Нет. Ну ладно, ну хоть хихикните, ну хоть разок. Я тебе сейчас так...